В городском округе Люберцы стало на один детский сад больше. Новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 350 мест, торжественно открыли в поселке Красково. Мы также побывали на торжественном открытии. Постели заправлены, стулья расставлены, в пищеблоке уже царит аромат свежих булочек. Новый детский сад полностью готов к предстоящей встрече с воспитанниками. В просторном здании 19 групп, две из которых ясельные и одна коррекционная. Штат сотрудников набран. Укомплектован детский сад уже практически на 100%. У меня очень хороший коллектив. Все педагоги имеют первую высшую квалификационную категорию. Я довольна коллективом, который вот-вот уже начнет свою работу. Но перед тем, как приступить к работе, коллектив нового детского сада устроил для детей и их родителей первый праздник. На торжественное открытие «Радуги» пригласили почетных гостей. Вы, уважаемые родители, приводите детей в детский сад новый, но традиции люберецкой земли, я думаю, будут все учтены, все будет лучше здесь собрано, и ваши дети получат и достойное воспитание, и качественное образование. Я думаю, что он один из лучших детских садиков в Люберецком городском округе, да и Московской области. Вы заметите, он уютный, он просторный. Он просто построен по-доброму, с душой и любовью. За такой подход к работе глава округа наградил застройщика. Возведение детского сада – часть инвестиционного проекта компании «Тройка РЭД». Он трехэтажный, с лифтами, с игровыми комнатами, соответственно, со своими детскими площадками. Мы постарались сделать его максимально интересным, ярким. Со своей задачей строители справились. Название детского сада соответствует его внешнему виду. Он такой же яркий и красочный, как внутри, так и снаружи. В новое дошкольное учреждение уже записались 270 ребят, в том числе в возрасте от 1,5 до 3 лет. Нравится играть с детками, знакомиться, общаться, а там, думаю, все будет хорошо. Надеюсь, воспитатель сможет найти подход правильный к деткам, и они будут с радостью ходить. Вот дочка будет ходить. Завтра пойдет первый день, уже не знаем, как будет привыкать. Луизия Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.